военный хаврус Речи Посполитой, Австрии и Немеччины супроть Османской империи отримал назву «Святая Лига». Деяние хаврусников благословил сам папа Иннокентий XI. Але ці допоможе гэта нашим продкам у змаганні з новым турецким нашестем? Османская империя долгий час была одной из самых могутных держав свету. Ее межи простирались от Персидского залива до Венгрии и от Египта до Кавказа. Але империя імкнулася захоплювати усе нові території. Держава ж наших продків, хоч часами і терпіла від турецьких наїздів, серйозної погрози від гэтага не мела. Однак у 17 стагодді ситуація змінюється. Тепер Османська імперія імкнеться оволодати землями Центральної Європи і заставатися у боку уже немагчима. Славна перемога нашей зброї под Хотином у 1621 годе часово здымає гэтую небезпеку. Але не в забаве кривым турецким шаблям скараюцца землі Венгрії і Румынії, Трансильванії і Балканських княств. Об'єктом агресії становяться у тым ліку і українські уладанні Речі Посполіт. Тому 1 красавіка 1683 года король і великий князь Ян Собєскі складає хаврус з Австрією, що на той момент знаходилося у стані війни з Османською імперією і становиться удільником Святої Ліги. Леопольд I, імператор Святої Римської імперії, вибрав правильного хаврусника. Кому, як не Яну Собєскому, ведать рецепти перемоги над турками? А тим часом велізне турецьке войско уже подходило до Вени. Чотирнадцятого липня 1683 года турецькі войски обклали Вену. 11 вересня за 8 дзён маршу з Кракова 27-тысячнае войска пад ачолам Яна Собєскага падыходзіць да абложанага горада. Яну Собєскаму было даручана кіраванне ўсім войскам хаўруснікаў, у тым ліку сіламі князяў Святой Рымскай імперіі. З беларускіх фармаванняў у распараджэнні Собєскага былі цяжкая конніца маршалка надворнага літовскага Юзефа Багуслава Слушкі і брыгада кашталяна віленскага Эрнеста Денгофа. Агулам жа войска Святой Лігі складала каля 70 000 чалавек. Чынны ўдзел у гэтай бітве з асманцамі брали наши суайчинники. 30-годовый Язеп Богуслав Слушка стоял на чале нашей тяжкой кавалерии. И неузабаве за проявленную мужность и талент у битвы под Веной отримал посаду полевого гетмана. Виленский кашталян Эрнест Денгоф командовал бригадой литвинской пехоты, якая мужна билася на правом фланзе христианских войск. Силы ж турков под очолом визира Кары Мустафы досягали 200 000 воев. Варто, однако, отзначить, что помеж особными частками турецких силов не было сгоды. До прикладу, покривджений кримський хан просто ігнорував загади Кари Мустафи. Ухилялися від їх виконання і молдавські вої, яких змусили прийняти уділ у поході. Усе гэта дозволяло розлічувати нашим продкам на поспіх. 12 вересня, а 4 раніці першие отряди турків атакували наше войско. Розпочалася довгая і упартая сеча. Головной силой Яна Собєскага была коронная конница, что мужно отбивала турецкие атаки. Помылкой Кары Мустафы стало жадание спочатку захопить город, что тримался за пошних силов, а потом разбить войско хаврусников.
Аднак узарвать замковые стены у турков не атрымалася. Битва ж протягивалася уже 12 годинов. И тады Ян Собеский скировал у бой свежий кавалерийский резерв, особисто отшоливший его. 20 000 вершников прорвали турецкие шихты. У гэты ж час оборонца замка ударили им у тыл. Еще 3 годины спотребилось на то, каб канчаткова зламать супротив турецкого войска. Справу перемоги христианских войсков под Веной вырашила атака тяжкой панцирной кавалерии ці крылатых гусаров, як еще их называют. Справа тем, что гусария на початку была легким видом кавалерии. И она пошла от венгров. Але уже в другой полове 16-17 стагоддзя то была уже кавалерия тяжкая. Яны, кавалеристы, панцирные гусары, мели доброе аховное узброение. Кирасу, шлем, нарукавьи, наколенники. Все это прикрывало наиважнейшие частки тела, наибольш те частки, которые были наибольш подданные на ворожие эти удары. Яны были узброены долгие диды, рапиры, шабли, 1-2 пистолеты, чаканы боевые. И самая интересная отметность – это крылья за спиной. За спиной вершника до латов або до верхней частки седла такие примацовывались дуги, и на этой дуге мацавались перья. И подчас атаки, когда вершник разгонялся, эти перья тремтели на этом поветре и выдавали пронизливый гук. А когда несется целая лава такая, это было вельми мощное психологическое воздействие на ворога. И задача этой кавалерии была добра провести атаку, массированную атаку, и кавалерия это просто проламывала любые построения противника. И вот у те часы ничто не могло эту кавалеру затримать. Вогнепальная зброя была недосконалая. Там мушкеты заражались проз рулю. И покуль наблизится эта кавалерия на отлеглость стрелу, могли дать мушкетеры только один залп. И все, потом они проламывали, заминали, и справа была закончена. После перемоги под Веной Ян Собеский сказал: «Венимус, видимус, деус витит». Мы пришли, мы убачили, Бог перемог, изменивши таким чином ведомое слово Юлия Цезаря. А перемога на сам речь была полной. Каврусники захопили богатый обоз. 400 вазов с трофеями Ян Собеский отправил у Краков. А у подарунок папе Иннокентию XI, что не так давно благословлял день Святой Лиги, дослал зеленый стяг пророка, захопленный у османским лагерем. Треба так само отзначить, что войсковым поспехом Яна Собеского у значной ступени посприяла реформа войска Речи Посполитой. Была модернизована пехота, артиллерия и саперное формование. А на смену Посполитому рушению пришло профессийное войско. Перемога под Веной мела вялізнае гістарычнае значэнне. З яе пачынаецца заняпад турэцкай магутнасці. Болей Асманская імперія не будзе ўяўляць пагрозы для Рэчы Паспалітай. Дзяржава нашых продкаў верне сабе страчаныя раней землі на Падоллі і правабярэжнай Украіне. А галоўнае месца ў заходняй Европе на 200 гадоў зоймуць Габсбургі. Нашая ж гісторыя дополнится еще одной яркой и славной сторонкой. Король и великий князь Ян Собеский был выдатным войсковым керовником. Именно это ему удалось, дякуючи этой перемозе под Веной, привести до опошнего усплеску великости Речи Посполитой. Потом уже таких перемог не будет. Эта перемога дала конкретные еще набытки территориальные. Была вернута Подолье, которое Турция забрала раней. А для Турции это был так само опошний усплеск экспансии, опошняя спроба дальнейшего просовывания в Европу.
Калі б туркі взялі Вену, не ведаю, гісторыя бы Еўропы патачылася б іншым шляхам. А так, туркі пасля гэтага ўжо толькі адступалі. І вельмі добра пра гэтую перамогу, пра ролю нашых польска-ліцвінскіх войскаў у бітве пад Венай сказана еўрапейскай гістарыяграфіі. Крылатая гусарыя Яна Сабецкага уратавала Еўропу.